скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Отличненько получается. Вот теперь все узнают, какой я замечательный художник. Всем добрый день. Привет, Енотыч. Коксик, а чем ты там занимаешься? Я свой талант оттачиваю. Хочу, чтобы он большим талантищем стал. Здорово. А к чему у тебя талант-то проявился? К чему? Ну, к рисованию, конечно. Знаешь, какой я гениальный художник? Как что-нибудь нарисую, так все только ахают. Да вот, сам посмотри. Вот. Ну, вот. Что я говорил? Да, твоя правда. А что это такое? То есть, я хотел спросить, как называется твоя картина? Она называется «Птица», которая улетает осенью в жаркие страны на всю зиму до весны. Вот. Ну что ж, хорошее название. Сам придумал. Подожди, а картина? Тебе она что, ну совсем не понравилась, что ли? Ну, как тебе сказать-то? А вот что это за птица такая, а? Ну, вообще-то я сам не понял. Она на ветке сидела, я на нее взглянула, она раз и улетела. Эти птицы, ну такие трусихи. А вот в этом, Коксик, ты ошибаешься. Добрый день, друзья. Здрасте, дядь Саша. Добрый день. Я, к примеру, знаю очень много храбрых птиц. И кроме того, они живут в таких местах, где никто другой жить бы не смог. О, правда? А что же это за птицы такие? Ну, хотите познакомиться? Ну, конечно, хотим. Ну, тогда вперед, в Африку. Ура! Над лесами, над морями, мы по небу с облаками. Над землей летим вперед, Африка нас в гости ждет. Там слоны и обезьяны, там пустыни и собаки, и жираф. Спускаемся. Неужели это Африка, дядь Саш? Ой, как будто на другую планету попали. Да, необычное место. Сколько здесь озер? Много-то много, но вода в них опасна. Стоит попасть в такое озеро чему-нибудь живому, так у него от воды тут же появляются раны. Как жалко, а я думал, что сейчас мы в них искупаемся. А они, выходят, никому не нужны. И жалко. Жалко. Ну почему же не нужны? Одним замечательным птицам эти озера родной дом. Вот познакомьтесь, фламинго. Ой, как их тут много. А я и представить себе такого не мог. Ой, все берега розового цвета. И берега, и небо, смотри, смотри. Они гуляют по этой опасной воде и не боятся? Верно. И все потому, что у них ноги покрыты очень толстой особой кожей. И ей такая опасная вода не страшна. Ну-ка. О, гуляют себе, прохлаждаются. О. И даже что-то вкусненькое на обед находят. В этих озерах растут особенные водоросли. Вот ими-то и лакомятся фламинго. Вот видите, как они опускают голову, когда их собирают. Видим. Верхушкой носа по воде водят. Это они делают для того, чтобы не замочить голову. Собрали водоросли, поели, а теперь попить не помешало бы. Да, где же взять для этого хорошей воды? К счастью для фламинго, ее здесь достаточно. Видите, по краям озер есть источники чистой воды. Вот где попить-то можно. И попить, и искупаться, и даже потанцевать. Ой, какие же они все-таки красивые. Да, красивые и храбрые. Ага. Прилетают туда, куда все и носа боятся показать. Хорошо, что мы тоже сюда прилетели, и вот с фламинго познакомились. Спасибо вам, дядь Саш. Спасибо.
Но я тоже был очень рад увидеть этих прекрасных и отважных птиц. Ну а теперь нам пора в обратный путь. Правильно! Мне ж надо талант художника оттачивать. Свою следующую картину я назову просто «Фламинго». Молодец, Коксик. Удачи тебе. А вам, дорогие друзья, всего самого доброго. До свидания. До новых путешествий, мальчики и девочки. И храни вас Господь. Дивен Бог в творениях своих.